прокидывает мимо Давида Гарсии. Ну ничего да, здесь не было, да. Ну не надо, вот не надо, вот Давид Гарсия, капитан команды, с желтой карточкой, вот зачем он сейчас это делает? Конечно, частично провоцирует, разговаривает, он любит разговаривать. Сейчас его пустости будут успокаивать судьи, извините, если нужно успокоиться. Сейчас Давид Гарсия, знаешь, если вот так захотел бы... Очередной конфликт. Но теперь уже не с болельщиками, а с кем-то из футболистов, Жиро. Как раз с Кастельянос. Тут же и Гассаниго пришел. Да, здесь. Желтую карточку получает. Ну а сейчас Бен ведет себя совсем нехорошо. И я понимаю недовольство футболиста Реала. И Винисиус показывает: я тебя запомнил, я тебе еще устрою. Проигрывает симпатично. Винисиус, вот это дриблинг. Наконец-то увидели, Винисиус в драку полез, ничего себе. Тут-то будет красная карточка Габриэлю Паулисте, ничего себе. Я думаю, что за агрессию Паулиста получил желтый, потому что действительно то, как он пошел в этот стык, он не пытался мяч играть, он просто шел убивать. В динамике мне тоже показалось так, что это не просто гол, это просто хамский удар по ногам. А повтор нам, конечно, поможет. Будем его ждать, но не просто так Винисиус тоже вскипел. Давайте смотреть. Винисиус убирает мяч, но это хамский поступок, на мой взгляд. Ал бұл енді ерегестің үлкені біз мақтап отқан Георгий Мавардашвилиге жабылып кетті. Показывает арбитр чисто, но кричит во весь голос Винисиус Джуниор. Давайте посмотрим повтор. Подряд его как раз и убрали из состава. Из состава из-за очень уверенной игры. Вот здесь начинаются классические штучки с участием Винисиуса. Уж не знаю, нагрубил он тут свою комиссу или нет, но лицо к лицу они столкнулись.
on getting after it. It takes work, you don't need to be talented. That's the people who are lazy, want it fast and quick. I got goals, they never get old in my soul. I'm on a roll, I'm going all in, never fold. I'm in control, the driver's seat is made of gold. I'll teach you how to do it one day when my story's told. Винисиус на самом деле решает собственной команде, потому что вот эти стычки, они вливают время в Реал. Винисиус наоборот это выгод. Я так согласен, Винисиус ноль сегодня, тут ничья. Он как раз будет за глаза. Это Реалу надо проживать. Предложение Винисиус опять на газоне. Ну, да, Винисиус после матча с трибуны опять что-то там про расизм. Что-то происходит. Винисиус любит на эту тему поговорить. Да еще и с Араухо. Здесь сцепился Араухо, толкнул это все эмоции. Если говорить про Дани Себальо, и мы помним, чем знаменитым фильмом забегом Гаррета Бейла через Аута Бейла. Это тоже точный пас, но вот только не там. Да-да-да, смотрите. На взводе Винисиус, и футболисты Жироны заводят его еще сильнее.